Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня в этом видео я хотел бы поговорить о солнце. Оно бывает ярким, бывает теплым. Каким оно вообще бывает? В данный момент солнце не столь яркое. Просто я на закате решил проверить возможности своего аппарата, своего мега супер iPhone X, и поэтому я поставил максимальную яркость, чтобы убедиться, что, как говорится, он может. Теперь, убедившись, что он может, я ставлю на стандарт. Вот такой вот на самом деле сейчас стандарт, потому что время идет к закату. Остались где-то считанные минуты до того момента, как я уйду. А до заката еще осталось где-то полтора часа. Я сегодня не намерен ждать так долго, чтобы проститься, потому что еще вчера я уже прощался с солнцем. Правда, это было на озере, сегодня на реке, и не хотел бы своим каким-то излишне вульгарным поведением смущать других посетителей этой шикарнейшей реки Припять. Поэтому моя задача скромно заснять ровным счетом столько, сколько я запланировал, и, как говорится, свинтить во свояси это домой. Я как бы дошел до предельного минимума, губами шевелю едва ли, играюсь только с яркостью своего телефона. Мне нравится, как он может меня очень ярко показать, потому что я человек яркий, вся моя жизнь это яркая, и хочется ее сделать еще ярче. От этого я ставлю себя на максимум. Но и с другой стороны, естественней, хочется более естественней. Вот сейчас средняя яркость, это очень-таки даже впечатляюще. Если честно, подобную картину я даже не ожидал получить, но еще где-то можно немножечко приуменьшить, чтобы было ближе к реальности. Это где-то вот так вот. Так вот где-то. Очень-очень красиво. На самом деле загар это у меня естественный, родной. Я на реке отдыхаю уже очень долго. Пускай не так долго, чтобы уже сказать вот, но понемножку, часто, можно сказать, долго. Так как солнце за облаками прячется в Беларуси очень часто, то я как бы бываю на реке нечасто. Сейчас уже конец июля, скорее всего, я на реке уже последние разы. То есть уже даже первое число наступило. Уже сегодня второе, по идее. Я немножко отвлекся и запутался. А вообще, походу, сегодня день этот ВДВ, 2 августа. Ну, сегодня очень удачный теплый день. Приблизительно где-то градусов 30. Я очень счастлив, что в этот день я здесь. У меня как бы буря эмоций. Я готов записываться. Я готов фоткаться. Снова и снова. Все потому, что я не уверен, что я еще приду на реку. У меня ощущение, что я сегодня в последний раз. И вот хочется как можно лучше заснять
чтобы потом всю зиму самому наслаждаться этим летом, этим прошедшим летом, но оно пока еще есть. Так сказать, не все еще упущено. Ставлю немножко яркость пониже. Что-то мне поперло увидеть более натуральные цвета. То, что я себя представляю. А это очень важно в жизни, увидеть то, что мы себя представляем. Когда мы находимся в области воображения, это интересно, но потом мозг отказывается это воспринимать. Более хочется натуральной действительности. Я вот вижу реку натуральную, слышу волны натуральные. И, естественно, у меня все натурально. Абсолютно хочется все это увидеть. Даже муха, которая суетилась у меня перед камерой, она тоже натуральная. Это так заводит. И даже не верится, что я это сказал. Вообще, как бы, по сути, я уже снял столько, сколько мне нужно. Мне осталось просто с вами попрощаться и что-то добавить в конце, как обычно. Я люблю что-то добавить. Пац, я уже не намерен. У меня вроде трусики подсохли, более-менее. Кресло я в автобусе не намочу. Чёрт. А это важно. Моя задача — быть важным. Я хочу быть очень важным. Одну минуту про то, что я хочу. Многие не понимают то, что я хочу, а я хочу всего лишь немного. Я хочу стать человеком, правителем всего мира. Я хочу управлять всеми народами, странами, учитывая, что сейчас интернет стал глобализован, и мне не нужен переводчик какой-то либо страны, потому что все языки может мне перевести мой Google Храм, а Google — это моя надежда. В будущем у меня будет определенный какой-то гаджет, с помощью которого я буду понимать всех людей на Земле. У меня есть возможность интеллектуального понимания абсолютно всех людей. Единственное, что меня удерживает, это только языковая область в этой сфере. Я и как раз использую этот гаджет. Я буду понимать всех людей, все люди будут понимать меня. Я смогу контактировать не только с народами, я смогу контактировать с континентами. Любой президент будет только за, все будут счастливы. Вуаля, я король мира. Мне больше не надо. Вообще, по сути, мало хочу. Ведь люди, которые хотят что-то испортить, они гораздо большего хотят. Хочу только, чтобы все созидалось, радовалось и интересовалось друг другом. Я хочу просто любви, абсолютной любви, без всякого вмешательства на то, каких-то либо там... Не буду даже говорить. Достаточно, что я хочу любви. Любовь моя заключается в абсолютном понимании каждого. Я могу помочь каждому, если каждый начнет хотеть от меня этой помощи. Я смогу осуществить даже по одному желанию каждого человека на Земле. Правда, это секрет, еще об этом никто не знает. Это моя личная тайна. Я имею на это полномочия осуществлять одно желание одного человека.
Если, конечно, вы смотрели сказку про золотую рыбку, там, где она осуществляла там три, может, больше. Нет, это вымысел, это глупости. Вообще рыбка — это неодухотворенный предмет. Ну, как бы плавает, скушал рыбку, и нет рыбки. А вообще, желание могу осуществить только я. Вот так вот. В зависимости, чего вы хотите. Хотите денег? Я могу попробовать. Но не факт, что это искренне. Хотите любви? Я могу попробовать. Но не факт, что вы меня обманете. Хотите власти? Я могу и это попробовать, но не факт, что ваша власть потом не перейдет дорогу моей власти. Поэтому тут очень тонкая нить. Я сказал бы, что мне сначала придется научить желать желающих, чтобы узнать от желающих, чего именно они желают. Ведь человек может 100 раз заблуждаться, и столько было нюансов, когда сбываются мечты, а человек говорит: мне это не в радость, мне это в тягость, я хотел чего-то другого. И только потом уже открывается его истинная сущность. Это вранье, как бы, но неприемлемо вообще в мире, поэтому моя задача будет, конечно, с какими-то очень умными людьми придумать программу, которая сможет собрать данные человека не путем, которым он расскажет. Это обман. Человек может о себе рассказать такие глупости, что ой-ой-ой. А путем сканера его данных, начиная от сетчатки глаза, слюны, спермы, крови, структуры стволовых клеток, кончая мозгом. Мозг тоже придется сканировать. И тогда, увидев этого человека, как банный лист в бане, я смогу его очень аккуратненько реализовать и дать ему те условия, о которых он только мечтает. Это вот мое желание будущего. Почему я и хочу стать королем всего мира, то есть я хочу помогать людям, реализуя их истинные желания, давая им сразу, беспрепятственно то, что в жизни они хотят. Не то, что они себе вообразили, как бы глупо это ни казалось, а именно то, что им действительно нужно, именно то, что они действительно хотят, именно действительно в чем их есть предназначение. Но это всего лишь мечты, как бы, поэтому я так далеко не смотрю, это какие-то грандиозные... Очень грандиозные планы, равносильно с песком. Я с вами прощаюсь. Мира вам, добра, любви. Это канал Буфляр, канал Простого Человека. До скорых встреч. Увидимся еще. Миллионы видео ждут моего выхода в интернет. Пока-пока.